А вон впереди, в центре Кату. Видите, о, улетела крышечка. Ну вот. Не судьба. Вон она. Побежала бедненько. Знаете, я очень сочувствую вещам. Я вам уже про это, наверное, говорил, что когда я выкидываю что-то в мусор, я очень часто спрашиваю прощения за это. Говорю, ты меня прости, но придется идти в мусор. Это великолепный роснефтевский капучино. Так, меня уже тут с подозрением все смотрят. Все это не все. Сейчас будут все смотреть. А, ну вот, зеленые дали. В общем, довольно холодно, поэтому я сейчас тут должен буду застегнуться, допить кофе, выкинуть стаканчик. Да, именно выкинуть. И, ребятки, идем вон туда. Здесь я вижу какой-то колонный вход. Может быть, это и есть вход в Измайловский парк, лесопарк. Да, еще раз говорю, переход-то я наметил, но если там будет дичь, то я развернусь. Потому что я не хочу нарваться на каких-нибудь бездомных собак или что-нибудь такое. Ну да, еще раз повторяю, что это шоссе энтузиастов, и в ту сторону, ведь видите, вот, Нижний Новгород. О, какая надпись. Вот это да. Вот это я куда надо пришел. Так, сейчас я вот еще вот здесь вот встану маньяком и как следует застегнусь, допью кофе, выкину стаканчик. Ага. Великолепно. Но я думаю, что в лесу на предмет отлить это будет не проблема. Как считаете? Ну, вот такое небо над Берлином. В общем, нормально.